Доброе время суток. Обзор топливного фильтра Filtron PP831.1. Сделано в Польше. Такой интересный бачкод. Можете наблюдать двойной ряд точек в обозначении цифры. Хорошо видно на цифре 1, на цифре 0. Если будете покупать фильтр, обращайте внимание. Возможно, будет как один из методов определения подлинности фильтра. Это так называемый номер 2, был еще номер 1. Вот сейчас в левой стороне можете видеть, гравировка была лазером выполнена. И все-таки решили спустя время посмотреть, что внутри варианта номер 2. Есть еще вариант номер 3. Сейчас приложу фотографию, посмотрите, о чем идет речь. Дата выпуска фильтра. Апрель 23 года. Вариант номер 1 был март 21 года. Вариант номер 3 неизвестно какой, пока еще не пилился. Так, как выполнен фильтр? Катушка герметика как такового не имеет. Здесь методом инфракрасной пайки бумага вплавлена в пластик. Так вот это все выглядит. Герметизация катушки с корпусом выполнена посредством резинового колечка. Все сделано очень герметично, грамотно. Никаких вопросов по качеству здесь нет. Фильтрующая бумага точно такая же, как в номере, в варианте номер 1. Тоже 830 квадратных сантиметров. Толщина 0,44, была 0,48 мм. Вес бумаги 13 грамм. Был вес бумаги 14 грамм. То есть чуть-чуть изменился материал бумаги. Но фильтр по-прежнему остался топовым вариантом. В конце видео приложу таблицу. Посмотрите местоположение данного фильтра. Как была первая строчка топ-1, так он и остался. Ничего не поменялось. Вот, кстати, для сравнения. Сейчас в левой руке бумага, которая была в варианте номер 1. Более темная. Чуть-чуть более толстая. Бумаги, как видно, солидное количество. Никаких вопросов тут не возникает. Если будете покупать фильтр такой, обращайте внимание, чтобы была здесь зеленая краска. Можете, как от фрезы, видеть мехобработку корпуса. Довольно-таки качественный сам пластик. Литье просто на высоте. Фильтр покупался на Озоне, через продавца Портера. Так что можете смело брать, никаких сомнений не возникает. Спасибо за внимание, подписывайтесь на телеграм-канал, на YouTube. До свидания.